У каждого участника выставки свой взгляд на мир, свое отношение к одним и тем же вещам. Необычной серии работ Ольги Семахиной «Отражение и туман». Город в них показан не только через тонко переданное состояние природы, но и через личный взгляд фотографа. Коллекции снимков Ольги Герасимовой «Отблески ночи» и Дарьи Ильиной «Огни ночного города» на первый взгляд близки друг к другу. В обеих представлены ночные Чебоксары, однако атмосфера ночи чувствуется по-разному. Такому видению было у кого научиться. Наставник участников выставки Эдуард Кранк, основатель фотоклуба «Открытая диафрагма». Его работы также представлены на выставке. Вторая серия очень старая. То есть это снимки конца 70-х годов, которые чудом уцелели. Я их отсканировал. Причем они уцелели даже, я не знал, что они живы. Да, и я увидел, что они представляют большой интерес. И в том отношении, что интересно, как жили люди когда-то давно. Да, и мне кажется, они представляют художественный интерес. Выставка окунула меня не только в мир красивых современных Чебоксар, но и в Чебоксар 70-х годов, что оказалось для меня познавательным. Я увидела его с другой стороны. Коллекция Екатерины Кудряшовой гипнотизирует зрителя. Выход фотографа за пределы видимого, умение обобщать в отдельном снимке то, что происходит у нас перед глазами, подкупает своей искренностью. Эту серию я снимала где-то 2 года. Начала снимать в 2011-м. Конечно, каждая выставка для меня – это опыт прежде всего, и интерес. Работы авторов – это отдельная жизнь каждого из героев, запечатленного на фотографии. Ветераны занимают в экспозиции особую роль. В ней видна психологическая оценка и отражение времени. Организаторы выставки уверены, что это только начало. Чебография – это своеобразная эстафета, которая даст возможность раскрыть всю красоту родного города в других экспозициях. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, «Республика».